Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Ксенонавты 2 на максимальной сложности в режиме Iron Man. Прошлая серия была провальной, откровенно. Пятерых бойцов я потерял, опытных. Остальные ранены, даже снайпера второго нет сейчас. Придется брать рядового снайпера. Но и это не вся проблема. У нас еще снаряжения не хватает. Значит, что получилось? Ну, со мной все понятно. Здесь... Броня, оружие есть, здесь брони уже нет, только оружие современное. Здесь броня, оружие, потому что штурмовик, он будет в упор подбегать, лупить всех. Здесь брони уже нет, только оружие. Здесь брони нет, здесь брони нет, здесь брони нет. А здесь и оружие тоже уже нет, то есть ни брони, ни оружия не хватает. Поэтому поставим в очередь на производство. Такс. Да, наверное, ускоренную добавим, парочку ускоренных. Все-таки вместимость меня прям расстраивает, этих лазерных винтовок. Будем делать такие. Пулемет уберем пока. Опять уберем пулемет. Так, все, это поставили. Пошли на карту. Летим. Летим снова на эсминец. В прошлый раз как раз туда и летали. Это, конечно, очень. Хотя вот перед этим, позапрошлый раз, нормально вообще без потерь прошли этот эсминец. А в тот раз, конечно, очень плохо получилось. Надеюсь, в этот раз будет как в позапрошлый раз, чтобы без потерь, чтобы подкачались рядовые, захватить сплав, захватить всего, чтобы никого не прибили. Ой. Не базу достроить не получается, вторую. Быстро очень нападают. О, я их и не расставил еще по-нормальному там. Тут место дофига. И тут место дофига. Плохо, очень плохо. Очень плохо. Ну, погнали смотреть, что видно. Ничего не видно, давай поближе. Есть контроль. Ты давай за ним. Есть контроль. Ну где хоть автоматчик-то один? А там вон кусты какие-то, кстати говоря. Но тем не менее, давай, ладно, выскакивай с этой стороны. Нормально, контроль. Автоматчик с автоматом. 5. Но беги, 5 хотя бы сядешь там в углу. Ни брони, ни оружия, нифига нет. А, уже не сядешь. Дробовик. Контроль. 52 у меня останется. Буду в эту сторону смотреть. Еще снайпер останется 6. Уже никуда не будет смотреть, просто спрячется. Так, вперед. И в Умани тоже давай вперед. Вон на ту сторону. Вот сюда. Ну нормально. Высадились. Не пришельцев. На пришельцев не приземлились, как в прошлый раз, когда их прям сразу куча вокруг. Так, ну вот есть контакт. Но, боюсь, ни у кого нет верочек. Как он плавно и медленно двигается. Давай, речь, шевелись. Мы тут тебя ждем убивать. Мимо. Очень жаль. Но рядовые, конечно, да. Так, тут есть попадание. Там кого-то убили уже. Вот, вот теперь точно убили. Вот этого выродка надо в упор. Лупитесь из дробовика, и он сдохнет. Это я уже выяснил в прошлый раз. Ценой тяжелых потерь. Так, дробовик нет. Мочи. Хорош, прямо мастер-сержант. Старший мастер-сержант. Так, а ты кого видишь? Ой. Ой, нет. Толку с тебя тут не будет.
Вон туда кто-то прикрался, вон там кто-то стоит. Пусть высунет жало свое. Мы его тут встречаем, тут встречаем. Вот с тем надо разобраться, хотя... Че разобраться? Уйди, спрячься нахрен. Спрячься и вот сядь вон там, чтобы он тебя не видел. Все. А эти его в упор примут. Даже не буду никого передвигать. Нормально, заняли круговую оборону. Сидим, ждем. Огонь. Промах, да что ж ты? Бежит Черик. Ой-ой-ой, Черик, как ты неудачно выбежал. Это странно себя гражданские ведут. Тарелка с пришельцами. Пришельцы враждебно настроены. Зачем ты бегаешь тут по полю? Спрячься вон в кусты куда-нибудь, заляк. И ползком, ползком. Нет, выбегают прямо. А в той серии прям до тарелки прям добежал. Долго-долго-долго бежал. Очень ему хотелось попасть к тарелочке, посмотреть сблизи. Параноиды, блин. Так. Стреляй в него. Вот, молодца. Ну-ка еще раз. Вот. Молодца. Ё-моё! Не, ну ты-то молодца, Вук, тебе вопросов нет. Так, а этого подавил. Скотина. Я тебе покажу сейчас. Пошел отсюда нафиг. Бог войны. Ачивка, бог войны. Иметь солдата с 20 убийцами. Убийствами. Я только что 20-го завалил. Конечно, я остался без прикрытия, но бесит меня. Я эту серию снимаю сразу после предыдущей, в которой все плохо, поэтому шалят нервишки. Так, ладно, едем. Подожди, нет, не едем, стой. Тебя подавили, ты не можешь отодвинуться. Ну, едем тогда дальше, да. Других я не хочу трогать. Двое. Блин, сейчас на меня нападут. Итнаха. И кровотечение. Держись, Ву. Держись. Так, отходи, садись, разворот, пятачок потеряешь, но ничего страшного, мы их ждем здесь. Так, и чел с дробовичком тоже отходи, прямо вот тут их и жди, садись. Дробовичок в упор их останавливает, это мы уже выяснили. Так, вот здесь, кстати, да, не очень удачно. Давай вот сюда, вот тот угол контроль. И ты давай тоже вот сюда лучше. Контроль в ту сторону. Все, отлично. Здесь мы их встречаем. Там мы их встречаем. Минус пятак. Ну, из-за кровотечения сейчас залечим. Не переживай его, все нормально будет. Нет врагов, да? Да. Давай лечись. Отлично. Ну и перезаряжайся сразу. Ой, подожди. А у тебя что, нет патронов больше? Я не те патроны ей положил. Ну вот это провал. Вот это провал. Так, а у кого еще такие провалы? И тут не те патроны, блин. Так, ну тут те. Тут те, тут те. Блин, да, я двоим дал не те патроны. Ой. Ой, блин. Не нравятся мне эти лазерные винтовки. Совсем не нравятся. Так. Так, давай подсмотри. Видать? Кого? Никого не видать. Там для тебя дистанция далековато. Пойди, садись. А где же они? О как. Спрятались куда-то. Тоже прячься пока что. Ни патронов, нифига. Здесь у нас край карты уже. Бежим, посмотрим. Все, посмотрели, там норм. Ладно, садись прямо тут. Разворачивайся. Ты вперед.
Готово. Выходим на правый фланг. Туда сейчас пойдем. Будем выжидать. Короткими перебежками. Контроль. 9, конечно, маловато. Игре делать. Все, здесь сидим. Так, вот этот край нам, чтобы кто-нибудь сбегал, посмотрел. Есть у кого здоровье-то? Есть, бегом. Садись. Прикрывай его. Здесь держим. Есть контакт мимо. Потрачено. Все, теперь стрелять ей нечем больше. И там шипит тарелка где-то. А это не она. Это ты. У тебя-то нормально все с патронами? Ну, у тебя нормально еще. Тогда ладно. Тогда хорошо. 23. Но его надо вынуть. Из невидимости сначала. Ты сможешь метнуть гранату так далеко-далеко прям? Вообще не докидываешь, да? Ну, даже граната в прошлый раз еще не взорвалась. Вообще прям печаль. Так, не сможешь ты нифига. Уходи, сиди, жди тогда. Будем пытаться прострелить его так. Фигли нам делать еще. Ух ты, попал. Попала, Яна. Вот это ты молодец. Ну, я его добью, я думаю. Отлично. Вот Янка. Красавица тоже. Но дробовик в упор сблизи прям сразу его убивает, а лазерной винтовкой снайперской два выстрела приходится делать. Жесть, конечно. Так, ты вон туда смотри. Вперед. Контроль. Вперед. Контроль. Ах, ты даже на присед не хватило. Ну, рядовой, да, у рядовых, конечно, фиговастенько несколько. Хотя это тоже рядовой. Давай, забегай. Смотри, нету ли кого. Все, чисто. Контакт. Прячься. Не хватает. Надеюсь, он ее сейчас не подстрелит. Так, а чел с дробовиком сейчас будет обходить его с фланга. Нет, отступил. Хорошо. Шипит тарелка. Вперед. А не видно, он куда-то прям сныкался. Так, ты давай аккуратненько крадись по левому флангу, чтобы никто не подкрался. Здесь. Контроль тот угол. Выходим. Выходим потихоньку. О, сколько их дофига там валяется. Или эта тарелка просвечивается? Кажись, тарелка лежит и просвечивается. Не показывают саму тарелку. О, нифига, какие следы от этой. Тарелку не показывают, а все, что внутри сдохло, показывают. Ну, неплохо. Пятеро окочурилось уже. Нашим легче. Так, бежит, бежит, бежит.
Но мы его обходим уже втроем. Все чисто. Садись, держись. Не спеши. Аккуратненько надо. Не надо торопиться. Так, контроль двери. Я контроль вдаль буду делать. Есть. Такс. Пошел вперед. Контакт. О, как! Хорош. Отходи. Такс. Контроль дырочки. И ты тоже контроль дырочки. 47. У меня все 26, я не смогу выстрелить. Тогда я ухожу, чтобы не мешаться здесь. Хотя он может и здесь выйти. Зря я это сделал. Если выйдет здесь, мы встретим. Если выйдет здесь, мы его встретим. Мне надо сидеть было, не рыпаться. Тут хоть какое-то укрытие у меня было. Зря я. Такс. Контроль двери. Контроль двери. Есть дырка. Мимо. Ё-моё! Снова отхватила. Тенепрух просто вообще постоянно. Снайпер не сагрился нифига. Текс, пойдем, штурмовик. Открывай. Не видать. Нифига не видать. 41. 41 мало будет. Закрывай. Садись, жди его. Эти смотрят. Здесь. Заходим на пасеку на эту. Посмотри в ту сторону. Посмотри в эту. Чисто. Так, беги, прячься. Ты тоже беги, прячься. А ты вот иди встречай там. Угу. И там, не с таким качеством здоровья. Ждем. Идет. Фига себе, сейчас меня убьют. 46. Ох ты, попадание. Давай. Еще одно попадание. Промах. Ну, сейчас с дробовиком его прибьем. Это однозначно. Сейчас главное, чтобы меня не добили. У меня два кровотечения. У меня десятка будет минус. И у меня паника началась. Ой, блин, я сейчас еще не смогу подлечиться. 32 здоровья. Капец, что творится опять. Выходи, родный, в упор мочи, козла. Огонь. Красава, молодец. Отходи пока что. Так, где там вторая морда? Вон вторая морда, и тут морда еще, да? Ну, здесь, я думаю, дробовик выйдет и остановит его. А это не дробовик. Дробовик бы вышел и остановил. Но это не дробовик. Снайпер, скорее на помощь. Отличная помощь. Так, а тут патроны кончились. 15% тоже, конечно... Шансы эфемерные. Шестьдесят. Не хватит. Бегом вперед, но тоже не хватит. Сейчас меня капрал прикроет грудью, блин. А у тебя есть аптечка? Не, норм. Останется 20. Останется 25. Во, норм. Как раз на лечение. Есть. Меня спасли. А где второй? А, ну второй там вышел.
Давай, дробовик, вперед. Если сейчас его не убить, то хотя бы в следующий ход его убьем уже. Автомат. Бегом. Не добежала. Ой, да, что-то тоже как-то не очень хорошо идет. 31. Прибьет сейчас нафиг. 24. Да, это просветы от тарелки были. Двое в тарелке сидит. 4 кровотечения. Не убегай далеко, мы тебя вылечим. Стой, стой, стой. Далеко не уходи. Сейчас подлечим тебя. Все нормально будет. Так, ну я здесь в упор просто не могу выстрелить, как обычно, потому что у меня патроны снова кончились. И стреляю просто в упор и мимо. Да, отлично. Давай, дробовик. Все, вот дробовик в упор, это прям аргумент. Так, лечите бойчину, пока он не издох. Все, бойчину отличили. Ура. Ты прячься нафиг. Ты давай вперед. Начинаем окружать тарелку. Ой, тут укрытий дофига, нормально, сейчас подкрадемся. Внутри двое нам пока известно. Вышел, мимо, ушел. Второй. 46 попал. Курва. Ходи, лечись. Нормально. Так, потихонечку подкрадываемся. Одиннадцать маловато. Ну давай к двери пока что подходи. Потом вылезешь. Так. А это дробовик. Нет, дробовик не надо так. Вон туда беги. Ох ты ж. Вот это палево. Вот это палево. Так, ну прячься. Там-то я уж не ждал никого. Я думал, остались только спереди враги. Контроль на дверь. Так, ты отошел уже от паники своей. Где там твой автомат валялся? Второй снайпер. Сюда. Укрытие. Контроль на дверь. Здесь контроль. Здесь надо с фланга тоже обходить. И в упор их расстреливать. Так, может, ты отойдешь? Да, отойди лучше, слушай. Тут неудачно стоишь так. Не хватило отойти. Да, пошел в атаку. 31. А почему я не стреляю? А, нет, стреляю. 16 прилетело опять мне. 56 убили меня! О, черт! Все, это конец. Да. Две подряд неудачных миссии. И конец прохождения. Ну ладно, есть шансы еще, что меня откачают.
А он не сдох? А чё, так раньше дох всегда? Ты чё это придумал-то? Раньше же всегда дохли с одного выстрела из дробовика. Да и дробовик вроде ничего, а чё такое-то? Если сейчас меня не откачают, то прохождение пойдет заново, как я в прошлой серии говорил. И пойдет оно заново уже после того, как выйдет в ранний доступ. Выйдут новые всякие... Ну, всякое выйдет. Всякие обновления, дополнения. У тебя что-нибудь есть? Гранаты какие-нибудь? Нифига у тебя нет. Так, там какое-то кровотечение еще. Ну, давайте овервочим. Мимо. Мимо. Просто ты. Мимо, мимо. Да. Ё-моё. О-но. Да. Фиговое укрытие. Это очень фиговое укрытие. Плохое, но не на букву П, а на букву Х. Вот такие укрытия. Меня за таким завалили. Этого завалили. Да. Жесть просто. Так, а у него паника, она не может подлечиться сама. Держись, сейчас тебя подлечим. Все, подлечили. Ну, здесь сидим в овервочах. Фиг ли нам еще делать? Либо мы их сейчас будем отстреливать, когда они высовываются, либо они нас сейчас будут отстреливать. Вот так, например, да. Трандец. Она в панике была, ее нельзя было спрятать никуда. Почему вот этот хрен не овервочит, я не понимаю. Ты чего не овервочишь-то? Жесть просто. А, он не туда смотрит. Снимай с него невидимость, в упор просто снимай. Не попал в упор. Йока-лэ-мане. Убил сразу. Ну, это ты мастер. Давай, Яночка. Мочи козлов. Да, было бы чем, скажи. Уходи, рядовой. А там еще внутри это должен сидеть. Мозг. Ой, блин. Укрытий не существует. Ой, так. Ну, фигри. Теперь-то уж. Почему ты не убиваешься больше с одного выстрела? Раньше же убивался. Косая, косая. Надо добить его, иначе он нифига не выйдет. Значит, сейчас он добьет этого парня. Ну, в принципе, даже и без гибели моего перса тут уже все, трындец всему, потому что все. Осталось два не самых ловких и готово. Да кинь ты гранату туда просто. Пошел он нафиг. Вот, разорвал в клочья. Зашибись. Так, ну ты можешь пойти поднять ствол у кого-нибудь. Может, сможем вытащить раненых каких-нибудь. Но нам мозг надо штурмовать там. Это, блин, нифига себе задача.
Такс. Давай гранату. Давай винтовку. Минус 15 ЕВМ. Зашибись. Бросай магазин. А, уже не может. У тебя гранат нет больше, да? Присядь хотя бы. Пошли подходить. Не хочет вылазить. О, шипит, вылазит, походу. Но только не видать что-то, откуда он вылазит-то. Там не видать никого. Знать бы, в каком он сидит помещеннице. Где-то внутри, зараза, там перешоршивает. Сейчас попробуем гранату ему закинуть туда. А его там нет? Да, его там нет. Плохо делом. Туда простреливать нам тяжело. О, нет, он там! Да ладно, зараза! Держись, Яна. Держись, Яна. Может, он последний. Может, хотя ментарх еще должен быть. Не может быть он последним. Убей его нафиг просто. Мимо. Да ты шутишь, что ли? В упор выстрелил. Попало, но не убило. Дважды попали и не убили. Сейчас он, значит, замочит этого, но... Там еще кровотечение. Подавлен. Я не... Долечиваться надо. Некогда долечиваться. Открывай и стреляй в упор. Гаси. Убил. Конец? Не конец еще. Ходи тогда в сторону. А, ты уже не можешь сходить в сторону. Яна, лечись. Ментарх еще, значит, остался. Ну, блин, против ментарха. Плохи наши дела. Ментарх-то крепкий. И не шипит. Давай посмотрим, где он. Так, ну что, открываем. Там не ментарх, там это шняга. Но в тот раз он вроде ее одним выстрелом убивал хорошим. Не попал. Получил в обратку, получил подавление. Готов. Может, и последний? Нет, не закончилось. Не последний еще. Жалко. Так, а там что, кровотечение, что ли, два? Да, на десяточку кровотечение. Сейчас. Паника наступила.
8 здоровья, пипец. Держись, боец, держись. Опа. Ну, значит, там остался только ментарх. Врываться надо всем сразу и всем сразу стрелять, потому что второго шанса не будет. Здоровье тут 28, тут 47, тут 48. Он по 70 выбивает, так что... Так что надо зарядить заранее ствол. Так, ну тут хватит боеприпаса. Так что он за ход будет убивать одного. Поэтому либо мы его сразу одним ходом сейчас вынесем. Вот он. А вот и он. А я не буду мелочиться. Я сразу кину в него гранату. Ну его в пень. Давай, только аккуратно очень кинь. Чтобы не отлетело. Есть граната. И огонь. Есть попадание. Обратка. 24. Так. Но он уже получил гранатой. Получил по щам. 23. На 2 выстрела хватит. Если он последний, то это все. Огонь. Есть, убит. Ну, конец. Конец. Теперь надо, чтобы моего перса откачали. И прохождение продолжится. Если моего перса не откачают, то прохождение не продолжится. Вторая подряд провальная миссия. Но, как я в прошлой серии сказал, день не задался. Не надо было в ту-то играть. А не надо было тем более вторую подряд писать. Что-то тоже не пошло. Ну ладно. Может сейчас шансы выпадут. Но много раненых, я думаю, что вот эти 25% на выживание, они распределяются по всем. То есть если был бы один мой, то на него бы сыграло 25. Ну могло бы сыграть. А так как нас целая толпа, не сыграет. А, ну вот, собственно, и не сыграла. Сыграла на одного, на кого-то. Тогда все. Тогда конец. Конец первого прохождения. Но будет обязательно еще одно. Более того, в следующий раз уже будет побольше контент, потому что версия будет поближе к выходу в ранний доступ. Так что будет больше текстов переведено, я думаю. Ну и там прочие вещи тоже обещаются добавляться разработчиками. Да и сейчас я играю, включаю. Видно, что версия повышается, они активно игру допиливают. Поэтому подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новое прохождение ксенонавтов. Пиши комментарии, ставь лайки. Спасибо за просмотр и пока!